Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И на своих экранах вы сейчас видите сложную зрительно-моторную реакцию. Эта реакция одна из ведущих реакций. Методика как таковая, проба, если быть точным. Точным будет назвать ее методикой, точным будет назвать ее пробой. Эта реакция входит как одна из составных частей в обследование, психологическое обследование для лиц опасных профессий по приказу 749Н. Всего их там 4 методики, а именно ММПИ, Миннесотский многоаспектный личностный опросник, ПЗМР, простая зрительно-моторная реакция, СЗМР, сложная зрительно-моторная реакция, и РДО, реакция на движущийся объект. Без этой самой важной реакции нельзя оценить функциональное состояние центральной нервной системы человека. Не зря она в этом приказе приведена. И мы такую программу имеем, мы ее разработали. Она у нас есть, она запатентована. Есть патент Российской Федерации на эту программу. Равно как и на ПЗМР, РДО и ММПИ. Собственно, на этом все. Значит, приходите на наш сайт, смотрите. У нас есть теоретическая основа этой методики. То есть можно почитать, что теоретически представляет из себя эта проба с СЗМР. И, соответственно, в ряде роликов я показываю и рассказываю, как мы ее применяем в рамках обследований, психологических обследований по методическим рекомендациям ФМБА 34С и в рамках приказа 749Н по медосмотрам для лиц опасных профессий. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!